Здравствуйте, меня зовут Виктория, я являюсь студентом за школы Заводску. Сейчас я нахожусь в Канаде, в Ванкувере, и хотелось бы вам немножко рассказать о своих впечатлениях и о моей жизни здесь. Итак, во-первых, я живу в Homestay Family. Они очень хорошо ко мне относятся, питание здесь тоже очень хорошее. Также я являюсь учеником ILEC, это моя школа в Ванкувере. Здесь очень квалифицированные работники, они очень хорошо к каждому ученику относятся, у каждого свой подход, и они, учителя, например, очень хорошо взаимодействуют с учащимися. Через игру, либо всякие тесты, это очень хорошо практикует твою слуховую, разговорную речь, потому что нам приходится общаться со своими сверстниками. Со своими одноклассниками. И это, я считаю, очень хорошо. Ты на самом деле окунаешься в эту среду и начинаешь именно мыслить так, как необходимо за рубежом. Также хотелось бы вам сказать, что я была в нескольких университетах, колледжах. Люди тоже очень все хорошие, доброжелательные. Мне это очень сильно нравится. Это один из самых больших плюсов. Если тебе нравится природа, ты можешь, кстати, есть такие программки, куда ты можешь пойти. Я была на Капилана Бридж, на Гаус Мантин. Замечательные виды природы. Я обожаю природу. Это просто очень нереально круто. Так что выбирайте Zaza School. Спасибо им огромное за такую возможность. То, что они помогли мне осуществить мою маленькую мечту. Спасибо большое. Удачи, путешествуйте. Zaza School вам поможет. Сейчас это эксперимент. Люди, которые могут нам помочь в любой момент. Здесь вот я учусь. Здесь это мой класс. Спасибо большое за внимание. До свидания.